Всем привет! Привет! Мы наконец-то вернулись из нашего маленького отпуска. Мэс, ты знаешь, у меня было день рождения? Да, я тебя поздравляла. Да? Ты забыл? Я забыл. Очень. Да, ребятки. Могла не дарить подарок. Короче. Да, ладно. На самом деле, да, мы немножко загуляли, забили на все, и теперь вернулись и начинаем опять продолжать играться в клевые игрушки. И сегодняшняя игрушка — это Shadows Peak, как переводится, знаешь? Ой, боже, это теневой пик. Да, что-то в этом роде, ладно. Какая-то хоррор-игра. Обещали, посмотрим, что получится с этого. Итак, давайте, новая игрушечка. Начать новую игру. Ну да, что за глупые вопросы? О, сразу началась тема какая-то. Ну, смотри, как красиво. Красивенько. Романтик. Я слышал много легенд об этом месте. Поэтому, предложив Мишель встретиться тут, я решил совместить приятное с полезным. Провести время с Мишель и собрать материалы для своей книги о мифах и легендах. Проблема в том, что когда я рядом с Мишель, я совершенно забываю про свою работу. Присунуться не хотел. Миша, это Мишель, это кто? Писатель, они только что? 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 Что ты решил? Что? Смотри. Что? Птички упали. Птички упали. Какие? Что? Блять, моя Мишель упала. И он упал. Офигеть, подстава. Короче, птички упали, какой-то взрыв. Как можно птички вызвать такую реакцию? Ну, о, все, тихо, смотрим. А ты из его носа? Моя кровяка, наверное, а да. А где Мишель? Вон лежит. Подожди, ты... Ой, а это птичка? То есть мы оказались на месте Мишель. Нет, вот да, мы здесь. Да, мы дальше упали. Мишель была на краю, мы стояли дальше. Да вот Мишель, нелогично. Мишель! Ты мешаешь кричать, он Мишель. Мишель! Я могу ему помочь. Мишель! Мишель, ты где? Давай, я поворачиваюсь, ты кричи. Кричи. Мишель! А в эту сторону. Мишель! А в эту. Мишель! Давай, сейчас так подойду. Надоело. А можно я прыгну? Прыгни. Нифига, нет. Ладно, только... идем сказать скорее Мишель. Так, птичка, ты видел Мишель? Нет? Еще одна дохлая птичка. Бедная птичка. Так, я бегать могу. О, посмотри. Ну, птички ничего такие. А, значит, у нас... Ну, интересно, интересно, что случилось. Да, он ну... куда делся Мишель, интересно? Не знаю. А почему его оставили? Нажмите Е, чтобы взаимодействовать с предметами. Нажми, тут видишь, это горит. Что это? Да что крабель там сияет красным аж? Надо что-то сделать. А, сохранялка. Фу ты, ё-моё, я лучше крабика поковырял бы. Так, наверняка в лодке что-то есть, мутка какая-то. Ну, давайте к маяку, я думаю, игра нас ведет логично. А вон там вот проход есть, смотри. Кстати, игрушка, как используется мус в его дело, ты что-то включает предметы. Опача. О, привет, боже. Там. Теперь ты можешь их видеть. Ты не можешь им навредить, а вот они попробуют тебе навредить. Это кто? Это вообще что? От неизвестного. Не... Что за анонимные фильмы? У него батарея садится. Да? Хорошо. Да, ты маленький. Так. Заряд остался. Процентов 20. Какие-то козлы мне хотят левшиц, чтобы бежать. Окей. Я бы сходила бы к маяку сначала на свет. А он там? Мне кажется, логичнее было бы. Ну он... идем уже, раз мы даже дошли. Да? Ну блин, потому что здесь... Это здание, посмотрим тогда, пойдем к маяку. Ну там, видишь, свет вдалеке? А вон там наверху пик какой-то. Ну идем в здание, в любом случае... О, подожди, там что-то есть, смотри. Тут что-то потемнело, поэтому, мне кажется, безопаснее было бы в здании. Кто-то пошел поплавать и не... Рыбак. А это удочка? Что это за херь вообще? Удочка? Не можешь брать, не? Порыбачить, да, вдруг понадобится. Может, мне тапки нужны? Порыбалить. Тапки, точно. Я бы взял бы запасные тапки, мало ли что в жизни будет. Так, окей, бежим. У него есть одышка, боже, как он слабенько бегает. Слышишь? Надо спортом заниматься. А что это? А, это все просто это мусор. Мусор. А там есть что-то? Ничего нету. Нет. Блин. Где О, машина, все, езжай отсюда. Машина принадлежит Мишель. Да пофиг, я уеду отсюда, и все. Нафиг мне это мешает, да? Ну чё? Блин, вообще нельзя помародёрить. Так, это что? Да, не позови ты ж твоей девушке. Да ладно тебе, будет весело. Так. О, миссинг. Ух ты, ё-моё, сколько пропавших детей тут. Что там, это? Там бородатый дядька был. Опачки, миссинг. Ключик. Где бородатый дядька? Вон, видишь справа? Нет, это выжито. Это выжили. О, ключ. Что ну это? Ну всё, давай скорее. А он меня птичка пугает этот цвет. Ну ладно. Я изи просто. Изи катка. Так, ну что. Блять, что это такое за херня? Там за что-то... Ты что ты так орешь? Я посрался больше того, что ты кричишь, чем я.
Мне сначала показалось, что мне показалось. А потом это она вышла и бежала прямо за нами. И показалось, что ужасно. Что это за говня? У нас хп видел 85, осталось 49. Кстати, мы всегда записываем ночью. А, пополняется, смотри, как замечательно. Чтобы соседей порадовать. Мы всегда пишем ночью, короче, игры. И соседи в шоке приходят, орут на нас, короче. Что это было? Боже, я испугалась очень сильно. Я теперь буду стрейфом, мне нужен топор. Ну, у тебя хп. Смотри, смотри, человек. Ну, я не думаю, что человек. А смотри, у него нету тени. Ну, это тень, точнее, нету тела. Так, я сохранил. Там кто-то бегает. Я сохранился. Боже, такая стрёмная игра, на самом деле. Да, блядь. Я не ожидала такого от неё, на самом деле. Я пойду выйду, набью ему морду. Я не думаю, что стоит выходить. Вот так-то. Тот чувак, который нас напугал. А что он с нами сделал? Мы потеряли сознание, что ли? Не знаю, он нас рубанул, походу. Я просто как-то так. Он нас рубанул, так. И он там стоит, сука. Да это... Да пошёл ты нахер, короче. Ничего не делать. Сохранился? Да, я сохранился. Иди нахер, неудачник, давай, иди сюда, я набью морду тебе. Так, ладно. О, может, вилкой можно заколоть его? Не, он наверное, тут точно должны быть ножи. Ножи это полезная вещь. Еще один человек пропал в окружности Shadows Peak. Местные жители начали верить в старую легенду о лесном ведьмаке. Ага, так, о, все ясно. Холодильник. Короче, здесь у нас... Это что такое, крыса? Крыса. Ни хера не видно. Тут так темно, может, как-то... Да не буду я здесь ничего включать. Ты что, издеваешься? Смотри, какой-то монстр на землю. А ты всё видишь? О, там вот завалено все. Здесь надо, может, пробить как-то. А наверх ты можешь? Не. А там, о, дверка с другой стороны, видишь? Сейчас, значит, можно зайти. Ну, пошли с другой стороны. Да ну нафиг, где этот чувак? Неудачник, где? Ладно. Опасно. Боже, как он меня напугал. Я не ожидала такого монстра в начале игры. Какого-то такого, с глазами красными. Он, видишь, светящая сезона какая-то? Тихо-тихо. Это птичка. Нет. Это птичка. Слышишь, качели? Ну, идем к качели, может, ребенок. Давай зайдем сначала в дверь, мы где-то видели, не? Вот дверь. Тут так темно, что-то, блин, совсем. Короче, идем к качели. Это, если качели... Да просто ветер шатал качель. Что ты да пугаешь? Да, конечно! Что ты слышишь, а? Отвалилось. Что ты качель поломал? Это не я. Ну как, подошел, толкнул, она упала. Так что ты гонишь? Это реально страшно. Что ты разводишь? Птички, хуички, блин. Так, что это такое? Кстати, очень реалистично. Это сумерки. Я, кстати, люблю такое время, не знаю. Я... Да ну на... Да ну нафиг. Так, что это такое? У нас там... Дед. Смерть. Дед? Где? Да. Not dead. А, не not dead. Ну ладно. Не умрю. Стремная птица. По-моему, там птичку ее рубанули, по-моему. Блять. А ты наступила на это? Да, да, да. О, светящийся херь. Паучок. Паучок. Что телефон. Это? Телефон. Принадлежит Мишель. Не знаю. Хорошая работа, Мишель. Возьми этот пистолет и продолжай. Так, где пистолет, мать твою? Мне очень нужен пистолет. Ничего себе. Последняя семья уехала с прибрежной зоны города Shadows Peak. Где пистолет, мать твою, Мишель? Хорошая работа. Возьми пистолет и продолжай. Так, что тут за мутки? В чем Мишель тут? Мишель, ты что натворила ты? Из-за тебя я... Опа, яички, смотри. Яички. Эти яички мне нужны. Полюбас. Зачем тебе я яички? Я не знаю, мне нужны яички. Так, где этот Мишель может ныкать пистолет? Тупая сучка, блин. Взяла пистолет. Ну, реально, во всем виновата женщина. Да, конечно. По-любому, верь мне. Опача! Это Мишель, да? Это Мишель? Нет, это не Мишель. Это что, это полицейский? А, вот у него должен быть пистолет, 100 пудов в так. кармане. Опа, нож. И чё? Нет. Его можно разобрать? Я думаю, не стоит. О, может, он не унитаз? Унитаз. А зачем унитаз так странно закрыт? Ну, крышка, наверное, другой не было. Ну и закрыли же, насрал. А насрал и закрыл, да? Ну ладно, так. Опа, крыса. Ну, правильно. О-о-о-о. Black Power. О, да! А, фу, это чёрная я перепутал с White Power. Ну ладно. Ты что? Что? Ну что? Ну, я... Что происходит? Маленький расизм. О, так, идем на свет. Реально туда надо идти. Так, сколько у нас хп? 66. Надеюсь, нам этого хватит. Так. Блин, как оно могло отнять пол хп? Ты что, плохо бежал или что? Я нормально бегал. Теперь у нас есть нож. Будем тыкать в тень нож, ножом. Блять, о. Опа. Дверь заперта. Дверь ладно, идем дальше. А у нас там... Да ладно, нам надо будет... Что это такое? Паучок? О, я что-то двигаться не могу. А, нет, я врезался во что-то. Так. Да все в порядке, не трус. Да как? Солнышко. Да ты издеваешься? Так сыкотно. Да мне даже не страшно, что ты?
Там, кстати, нам туда надо было. Меня напугало уже все, я уже думаю, страшнее. А это что такое? Это что, туалет? Сортир! Сортир, по-любому сортир. Так, ладно. Вот туда идем? Ну, идем туда. А там... Машина. Тихо-тихо, ты слышишь? Это веточки под твоими ногами? Да нет, там что-то... Ебать! Ого, это дерево могло на нас упасть. Если там тоже светло становится. Как оно ровно подпилено, смотри. Ну, значит, суки, людишки, да? Какой-то камень. Камень. Ой, какая красивая машина. Машина красивая, ну давай. Неподалеку есть люди. Отлично, где? Давай их найдем. Ну где с они? С ножом подойдем. Эй! Чуваки, есть проблемы какие-то? Да, надо порешать. Ебать. Что такое? Он получил сообщение. О боже, я испугалась. Я тоже. Я подсыранул слегка. Так. Нам нужны свежие души. Убей их, как только ты получишь свои... Нифига себе. Мне надо замочить людишек, короче. Это что за... Мы замочим их. Это что за смс от преисподней мне пришло? Вообще, мне кажется, так это развод. Думаешь? Не надо никого мочить? Блин, ну... Даже не знаю. Ну, это плохо. Плохо убивать? Убивать людей и других плохо. Ты играла недавно в пром... Ну окей, мы идем убивать людей, тише, все, тише, чего они так... нас еще хотят? Сейчас мы... Ты я вот думаю, там не... змея. Я думаю, да. Извини, змея, не сегодня, ну тебя нахер. Я думаю, да, не стоит на нее тратить свой хп. Ай, блядь, змея еще, ты видел, какой мутант такой? Слушай, а прикольно, так реалистично так, очень, ты, мне ты нравится. Ты что, страшно так? О, свет. Да, и темный свет. Там люди должны быть. Корова? Какая корова? А, душа коровы подойдет? А, мне показалось. Джеймс. Джеймс. Опа, тёлочка. Ой, смотри, надо их замочить. Присядь. Ау. Привет. Привет, я рад тебя видеть. Она сейчас пойдет куда-то и давай в куста. А, догоняй. Да ладно. Да нет, она испугалась тебя. Давай промародерим. Есть там что? Надо было ее убить. Да? Там? Да, но там же сказали, хочешь вернуть свою. Я хотел проверить, ну блин, надо быть дружелюбным. Ну все, теперь мы не найдем ее. Да, она где-то есть. Да, дружелюбный, подходим с ножом в крови. Он уехал, он уезжает. Ах, а ты сука. А там дерево тихо. Перекрыло дорогу. Да, я знаю. Она врезалась? Да. Сделай неудачно. Что за водитель вообще? Давай, сбегом, режь ее. Опа, душа. Опа. О, я взял у нее хп. Ох ты, как по-моему, отлично. Я сосанул у нее хпшечку. Ну, это хорошо. Ну, как хорошо? Так это я, что ли? Идем еще, там есть Джеймс. А, ну, логично. Сейчас мы с Джеймсом разберемся. Ну, что, то есть, получается... Опа. Опять сообщение? Что нам пишут? Походу, похоже на синего кита. Не так уж и сложно, не так ли? Осталось забрать еще несколько душ. Да вообще фигня, я понял. Короче, надо мочить козлов. Сейчас справимся. Посмотри, тёлочку нашу. Да меня смущает, что это за черная тень была. Да, это она реально стрёмная. А вон там какие-то... Опа! Ой, смотри, церквушка, сейчас там пойдём. Там, наверное, приход какой-нибудь есть. Опа, кладбище? Где Джеймс? Мне кажется, через кладбище я бы не проходила. Блин, а так стрёмно тебе через кладбище. Ёб твою мать, где эта херня? Я просто убегаю, я не знаю, где это. Это я от нее звуки, да? Да, да, да. Вот видишь, какая плохая идея? Почему ты так видишь? Блюю, наверное, плохо. Идея-то говно бегать. Блять, это все. Она потеряла нас. Слушай, ты хочешь на него посмотреть? Да. Эй, неудачник. Где мой нож, кстати? Блять. О, я тебя зарежу. Короче, Джеймс, где ты? Джеймс. Я не хочу эту штуку больше видеть. Да, у нас... Опа! А, это сейф. Идем скорее сейф вместе. Да, я не могу. Сейчас. Пастырь есть? С другой стороны, да обойди ты. Давай... Не, давай сначала ты засейвишься, а потом уже... Не, мудрость твоя в тебе есть. Так, ух ты, крест. Наверное, можно перепрыгнуть. А-а. Я могу... Что, только через здание? Да. Аня, вот. Ага. Можешь? Не. Ну, значит, через дальше. А, через дальше. Ну, конечно. Ладно. Развод такой. Бля. А это душа. Мне кажется, это черная душа. Ну, попробуй резину. Это вот, черная душа, блядь. Это черная душа. Ну, короче, блин. Фух. Фу, блин. Я аж сыранул.
Это реально страшно. Так, черная душа. Слушай, ты сам подошел, что ты хотел? Ну я думаю, это нормальная душа. Это откуда ты знаешь, что это черная душа? Черная, черный цвет. Нормально, если бы белая была. Так, тихо, внимание, заходим в церковь. Я думаю, здесь уже никого не должно быть, потому что за ХП осталось, все. А дверь зачем закрыли? Ну все. Пипец. Блять. Блять. Боже, боже, блин. Идите нахер, все, здесь я типа в домике. У нас нету ХП. И чик-чирик. Что это такое? Так, ладно. Здесь какой-то крест. Это мы, наверное, на крестик. Это карта. Надо соскринить это. Эй, неудачники, идите нахер, короче. Не-не-не, не фоткай. А, о, Библия, Библия, ебать, сейчас... Давай, помолись. Не вводи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо твое есть царство и сила, слава во веки. Аминь. Они прошли? Они ушли? А, неудачники. О, они ушли, о, слушай, вот, что, вот это круто. Вот что сила животворящая делает, а? Фух, крест вот животворящий, точнее. Так, нам нужно на задний двор, чтобы сохраниться. Ху, блядь. Правда, ты... Проворонил 50 хп, ну ладно. Да, наберем сейчас. Опять змея. Где эта сука? Все, поняли, если что, змея? Где змея? Все. Где змея? Церквушка — это тема, короче. Если будет слишком много, мы бежим в церквушку. Да не, это как просто развитие сюжета. Там где-то еще была змея, но пофиг. Да. Да. Ну хорошо. Так, друзья, эта игра реально страшная. Это я просто в шоке от того, что не ожидал, не ожидал. Да, я тоже не ожидал. Я думал, в начале это темная душа. Я думал, она какая-то будет изи, какая-то голимая игрушка, но игра просто держит. Ну, блядь, где ты да, змея? Да, интересно. Хорошо, давай сохранимся и пойдем. Да, друзья, рекомендую поиграть в эту игрушку. Очень крутая, очень классная. Все, тогда на этом мы прощаемся и, наверное, да, будем еще играть, продолжать в эту игру. А вы комментируйте, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До новых встреч. Все, всем тем-тем. Тем-тем.